Привет! Сегодня мы идем гулять в парк лесоводов. Здесь есть спортивные площадки и детские площадки. Еще здесь есть деревья. Сейчас мы вам все покажем. По очереди. Решат, получается? Ты решатик. Давай аккуратненько. Решатик, а ты где? Я тебя не вижу. Молодец. Решат, гимнаст. Куда? Яйца полазит, да? Ты тоже полазит. Шатик заканчивает, да? Молодец. Где же наш Ирик? Ирик, я тебя нашла. Ку-ку. Ирик побежал, бежал в лес. Едет. Все, убежал. Такси, стой. Тормози. Сейчас ты куда едешь? Я еду в заправку. Заправку? За продуктами. А, за продуктами едешь. Молодец. Давайте мостик пройдите и пойдемте дальше гулять. Погода хорошая, солнечная. Посмотреть, как они там будут сидеть. Голубей? Да. Сейчас куда мы идем? К медведям. Пусть прыгает, ты прыгает. Лягушка где? Вон. Лягушка-то где? Такая оранжевая какая-то была, да? Зона пикника, да? Очень удобная парковка для машин здесь имеется. Удобное хозяйство. Вот и медведи. Какие большие, да? Наверное, мама-медведь и ее ребятенок. Мишка. Миша, какие огромные, Ирик, да? Огромные Мишки, сколько они метров-то? Североамериканский кабан Дюрок. Не хочет вылазить. Что дальше там есть? Козел и коза. Павлин, да, мы видели, да? Павлина.
Карина, ну что, вон волк едет. Круснусольск, видите, да, как он хвост распушил? Вон самый крайний клетка, сейчас поставлю. Маленький был. Круснусольский поменьше был, нам постоянно распушил. Да. У этого зеленоватый хвост, у того какой был, какой-то рыжеватый, да? Красивый был у него. Ух, как деревня. Курочки. У них яйца интересные. Роста меньше. Мама, а почему у нас сосед таких куриц тоже купил? Облезлый. Дербет 2 год. Да, тут была облезлая. Дед, я тебя не вижу. Конец отпускной стены. А если он дома хвост расправит, у нас же квартира будет это, не хватит ему места. Дремучий лес. Это мы возле ботанического сада. Где полесье лесоводов. Это такая тропиночка, мы решили просто зайти и показать, хотела детям, как выглядит лес. Здесь действительно... Темно. Мощно, у нас сейчас ничего не видно. Мы сегодня так и не увидели белочек. Думали покормить их. Желуди набрали. Что, Эрик? Почему здесь носки валяются? Не знаю. Вот, ну так прикольно здесь. Не была бы тропинка, мы сюда как бы не зашли бы, наверное, в такой лес. Ирик, держаться надо. Вперед, смотрим, вперед. Сейчас решайте. Мой самокат. Самокат твой здесь, Ирик. Ты какая машина. Жат, куда поедем? Поехали давай. Первый раз уж какой точно. Вкусно. Жатик, вкусно? Ирик, вкусно? Где еще яичко? Покажи-ка. Вот такое огромное яйцо нашли, да, мы? Тут только ничего нету. Нету. Пустучик, он пустой, да? Ничего, где-то. Ирик, он пробежал. Пойдемте дальше прогуляемся.